не идет мой ненаглядный. Не идет, не любит он меня. Фольклор живет в каждом из нас. Это колыбельные, которые нам пели в детстве, сказки, которые рассказывали перед сном, игры. Истоки нашей культуры помнят и чтут по сей день, пока есть такие коллективы, как фольклорный ансамбль «Димиство». Влюбляйся, эх, и ни в кого. Так, сидя за партами, в дружеской, уютной атмосфере, ребята проводят свои репетиции. Более 25 лет назад ансамбль «Димиство» создала доцент Нижегородской консерватории Татьяна Леонидовна Татаринова. Родившись в музыкальной семье, она также связала свою жизнь с искусством. Окончила Горьковскую консерваторию по классу композиции и еще во времена студенчества заинтересовалась фольклором. До того, как у меня появился коллектив при мне, так сказать, как при преподавателе, я 10 лет провела в нашем студенческом ансамбле «Истоки», занималась, помогала Нине Дмитриевне Бордюк, профессору, руководителю коллектива. Поэтому, можно сказать, действительно, «Истоки в истоках». Первый свой концерт коллектив дал в 1996 году, исполнив сочинение Татьяны Леонидовны «Литургию Иоанна Златоуста». Тогда участниками были студенты кафедры хорового дирижирования. Сейчас в ансамбле поют учащиеся разных кафедр – от сольного народного пения до музыковедения. У всех разные голоса и уровень вокальной подготовки, но всех объединяет искренняя любовь к народным традициям. Татьяну Леонидовну, как и ее предмет, я полюбила с первого урока. И, конечно, меня с первого же урока поразило, насколько Татьяна Леонидовна эрудированный, начитанный человек. Вот сколько в ее голове знаний, умений, навыков сложилось за долгие годы, и как она смогла не растерять и приумножить это. В первые годы ансамбль пел в основном духовные стихи. У каждого из них своя история появления в репертуаре. Из фольклорной экспедиции в Кулебакский район ансамбль привез песнопение, сели гости за трапезу. Сами певицы местные подхватили, проезжая на грузовике от батюшки и матушки, которые ехали в Дивеево. Откуда они ехали, неизвестно. Очень похоже на южные канты. Они выучили прекрасно, даже двуголосие переняли. Меня тоже это поразило. Это как, какая должна быть цепкая память и какое желание выучить песню, что вот так мимоходом она и спелась. В подобных экспедициях Татьяна Леонидовна и участники коллектива записали огромное количество песен и обрядов, которые вошли в их репертуар. Чем дальше от центров каких-то цивилизационных, от рай-центров, тем люди проще, душевнее. Поэтому сам факт общения с такими людьми с периферии, он, конечно, обогащает жизненный опыт, профессиональный опыт. Это весело, это интересно, и опять-таки это полезно, потому что ты своими глазами видишь, своими ушами слышишь тех немногих носителей нашей исконной культуры, которые еще вот остались каким-то чудом, сохранились опять-таки на периферии. Из экспедиции в Сосновский район участники ансамбля привезли несколько костюмов, которым почти полтора века. Их получили в подарок от старообрядцев. Это косоклинные сарафаны, покосные юбки, платки. Женские рубахи уже новодельные. А завершают образ русской красавицы пояса. Их делает сама Татьяна Леонидовна. Поясов старинных нам досталось очень немного, поэтому пришлось восполнять. Я освоила
простое ткачество на сволочке и сделала вот такие полосатые поясочки для девочек, для своих. Ну, а потом уже получились у меня другие пояса. Это для ребят, для парней делала. Вот такой вот тоже прямой пояс. Уже с более скромными кистями в традиционном виде. Вот этим поясом я немножко горжусь, потому что это сложное ткачество, бранное. Нужно выбирать рисунок и следить за ним, за его ритмом следить. Вот такой получился рисунок. Каково ощущение, когда после повседневной одежды, кроссовок, джинсов, футболок надеваешь такой костюм, которому более 100 лет? Меняется ли осанка, походка? Конечно, ощущения совершенно иные. А хочешь сама примерить костюм? Конечно. Пойдем? У этого костюма очень давняя история. И даже спустя полвека в нем очень удобно. Хочется держать спину прямо, танцевать и даже играть в игры. На Руси игры существовали не просто как развлечение, но и возможность познать мир, познакомиться друг с другом, провести время вместе. И сейчас дети и взрослые с удовольствием участвуют в этих забавах. Каждый раз народная песня словно рождается заново, ведь ребята становятся не только исполнителями, но и соавторами. Они придумывают новые голоса, а танцевальные движения идут от сердца. 100% мы раскрепостились и показываем свои эмоции. Но также в нашем коллективе нам приходится не только в пении импровизировать, но также импровизировать в движении, потому что иногда там произведение новое какое-то, да, но ты в него не танцевал. И тут раз ты уже на сцене, и тебе надо подвигаться, допустим, или там все равно в любом случае мы в ходе выступления, мы взаимодействуем между вместе друг с другом. Я специально смотрела на ютубе ролики, как делают дробушки, как там руками махнуть покрасивее. И, ну, в общем, как-то приходится, да, учиться импровизировать в танце. И, может быть, даже иногда получается. Из-за моря зелье захватило. Из-за моря зелье захватило. Из-за моря, из-за моря зелье захватило. Из-за моря, из-за моря зелье захватило. Каждое выступление ансамбля – событие. Сам коллектив и слушатели с нетерпением ждут концерты с их участием. Ребят приглашают на конференции, в городские библиотеки. Они выступают не только в Нижегородской консерватории, но и в Евангелическо-лютеранском приходе Нижнего Новгорода. Каждый год там проходят отчетные концерты коллектива «Демиство», где для прихожан они исполняют большие программы с песнями и играми. В Нижегородской консерватории в рамках детского абонемента «Музыкальные прогулки по городам и странам» прошел вечер «Музыкальный баттл в народном стиле», где публика с особым теплом приняла ансамбль «Демиство». Мы очень рады, что попали. Ансамбль «Демиство», который мы вот сегодня увидели, это очень правильно, то, что вы несете вот это в настоящее из прошлого и... Надо это развивать у детей, особенно.
И очень рада, что сегодня мы это увидели, народные костюмы. И спасибо большое. Подтверждаю. Всегда фольклор нов. При том, что он очень стар, он всегда нов и актуален. А духовные стихии – это школа жизни без греха. Это рекомендации, которые старшие оставляют младшим. Исторические события, которые прошли, тоже сохраняются. Солдатские песни или казачьи песни, которые мы поем, они о старом, о прошлом. Но они напоминают и о сегодняшнем дне, и о том, что сейчас идет и происходит. Но помогает выживать. И в нынешних условиях очень непростых, кстати. Поэтому фольклор и стар, и нов всегда. Так было и так будет, наверное.